Твоя жизнь порой так похожа на кинопленку. И всякий раз, когда ты замечаешь, это обязательно драма, полное напряжение, агрессии, огня. Но ты ведь знаешь, совсем скоро все пройдет. Напряжение сменит покой, агрессия устремится к миру, а пожар непременно трансформируется в мягкую прохладу. Это ведь твоя жизнь, это ведь твой фильм. Не бойся быть тем, кто ты есть. Не бойся своего огня. Сумей стойко встретить лицом к лицу. Непреклонный, непоколебимый, непокоренный. И знаешь, что бы там сейчас ни разворачивалось на твоем экране, помни, у тебя всегда есть выбор. В свойственной лишь тебе одному манере исполнить свою роль. Чисто.